Доброе утро. Прическу себе забыла сделать. Торопились. У нас время 4 утра. Тома, скажи всем привет. Стеснялась такая. Ну вот мы почти готовы. Взяли мы с собой горшок, еды, запасной одежды, воду. Вот бабушка там для девочки, для Софии передала тоже. И время уже 10 минут 5. Мы сейчас поедем за Дариной. Все спят. Мы дверь не закрывали, так прикрыли. Поди ничего. Вот. Сейчас вот опять буду ехать сзади. Ничего не поснимаю. Да? Тома. А моя девочка. Штанишки побольше одели, чтобы ножки были закрыты. Ну, мы с собой там взяли запасные штаны. А то как-то сидит все время. Ноги. О, не, а по-моему, не написано. Там кто-то прям на речке строит. Осталось чуть-чуть, и мы уже доехали. Обычный город ничем не отличается от других городов. Дарина на улице стоит, ждет. Привет, доченька. Привет, мама. Ну, не плачь, не плачь. Соскучилась? Моя девочка. Мы тоже соскучились. Не плачь. Тантомыч. Анна Тома сейчас не узнает. Нет, узнала, смотри. Кто это там? Сейчас папа-то не здороваетесь. Сразу за Тому. Привет, Тома. Привет, Тома. Тома. Все, умница моя. Ну что, пойдем вещи забирать. Как там София? Готова? Да, только я не знаю, куда она ушла. Угу. Пошла. Подождите, а мы это документы Софии не взяли? Ну ладно, скажут, тут недалеко сбегаю. Может, ничего не надо. Ну там, правда, у нас и доверенность, и все. Ну что, хорошо отдохнула, дочь? Да. Молодец. Сейчас приедешь, все расскажешь, да? Угу. Я же тебе деньги на телефон кинула, вот этот ни разу не позвонил. Ничего не проходит телефон? Да почему проходит? Нету сети, тут далеко, потому что сеть не ловит. Понятно. Я думаю, может, у тебя денег нету, положила денег, все равно не звонишь. И нам не дозвониться тоже никак. Что на улице нету, что там? Ну, понятно. Ну, ладно, главное, что хорошо. Не снимала ничего? Снимала. Ну, по крайней мере, хотя бы нафотографировалась? Да. Ну,
Ну, умница. А у нас дома все по-старому. Цыпки подросли. А щенята? Щенята раздали мы уже их. Ты дома оставить? Нет. Я решила так, если заберут, значит заберут. А их разобрали. Сейчас будет палочка на руки, потому что это я футболист бегаю. Футболист? Собака есть. Угу. Уже 2 года. Ну, понятно. Ну, ладно, может, снимать нельзя. Я уже это снимала. Пойдем Софию искать и вещи забирать. А ты уже все-все положила? Вон она. Могу сбегать. Ну, бегай. Ага. Мы пойдем. Нет, туда не надо. Мы не пойдем. А где сумки? Сумки там. Пойдем. Привет, София. Здрасте. Что, бабушка говорит, плакала тут целую неделю? Ага. Но сейчас ничего, успокоилась? Пока. Девчонки идут провожать наших красавиц. Забрали мы все документы, забрали вещи. Надеюсь, ничего не забыли. Мою-то похвалили. Спокойная. Никаких проблем. А Соньку ругали. Очень. Ну, Соня маленькая, еще 9 лет. А Дарька тоже большая, 12. Да? Серьезная уже девочка. Идет прям. Сейчас сразу Томочку покормим. И потом только спокойно поедем. Чуть не... А? Кофе попить? Чуть не украли нашего ребенка. Жила там одна работница санатория и пошла. А это идет с ней. Все обхвалили Тому. А? Маленькую красавицу. Ну ладненько. Доехали. Теперь до свидания. Теперь осталось до дома доехать. Остановились мы немножко отдохнуть. Дети устали уже сидеть. Здесь можно побегать. Но прохладно все равно. Дарине джинсовку уже короткая. Дарь, ты не брала кофту теплую никакую? Ой, сейчас ее пальцы замарает, а? Папа уже 13 часов за рулем. Папа поспал бы, полчаса бы. Вон, иди на скамеечке посидите. Почему мы никого больше не взяли, кроме Томы? Ну, во-первых, Женя уже ездила. Вот. Как бы взять еще разочек ее, Саня обидится. А Саню мы взять не можем, потому что Саню укачивает сильно. Прям сильно укачивает. Поэтому мы взяли только Томочку, потому что Томочку, ну, с кем я ее оставлю? Не, что она там? А, печенье, я думала, в это подняла что-то. Ну, возьми, сходи. Алина и так с Настей там принеси-подай. Настя так-то может, но все равно донести с одного стола до другого нужно. Там вот готовится тоже принеси-подай. И сейчас вот забрали они уже с садика ребятишек. Настя с Димой съездили. Они на улице гуляли, забрали детей. Приготовили, говорит, гречку с мясом. Ну, сейчас покормят. Поэтому Тома с собой. Во-первых, что... Тяжело, как бы Алине будет. Ну, а во-вторых, самое главное, что я не хочу ее оставлять. Пусть мама с папой будет. Да? Ой, ну такая маленькая, такая красавица моя. Хотя Настя говорит, она хорошо себя ведет, когда без нас.
не капризничает, ничего. Ну, пусть без нас отдохнут. Сегодня они ничего там не делали. Я попросила только собрать огурцы. Завтра будем огурцы закручивать. Что, попьем кофе или чай? Тома, будешь кушать? Тома йогурт у нас насосалась, а до дом. Мама ей туда поставила от сока, как вот, трубочку. Ой, машина, машина, машина. Остановились мы в Ачинске. Какую мы уже? Третью упаковку масла, да? Только на одном масле сколько расходов? У нас... Ага, у нас в этом месяце мы вот Дарину увозили в Канск. Потом ездили в Ачинск два раза. Потом в Красноярск. Сейчас вот опять в Канск. У нас половину бюджета ушло только на дорогу. Это ужасно, как дорого. Может быть, еще у нас зависит от того, что у нас машина большая и много ест. Но это очень дорого, очень. Я бы на эти деньги сколько бы могла фруктов купить и компотов закатать. Ну, ничего не поделаешь, тоже надо. Сейчас вот Настю тоже надо будет везти. Опять. Ну, разживем теперь. Непонятно где. Ездить надо. А ты посмотри, позирует, а? Потому что если посчитать не только бензин, но еще сколько масла наша машина жрет. Очень дорого все. Что ты в него вцепила, София? Не хочу от него отходить. Это моя кровать. Я тут остаюсь. Оставайся, оставайся. Дарька вытянулась за лето. Курточка совсем коротенькая стала, да? Это, ну, подросла, говорю, за лето. Ветровочка совсем короткая стала. Ой, смотри, куда вылез. Сейчас вот выйдут тут хозяева и наругают нас. Томочка, не надо. Посади ее просто. Томочка, встань, я тебя сфотографирую. Стой. Ой, она грязная еще. Сиди, сиди. На выезде. Вот там столовая, мы всегда туда ходим, но мы сегодня не будем заезжать, потому что Сонина бабушка ей там целую сумку наложила всего, и мы с собой брали. В общем, мы перекусили, смысла нет. Сауну? Смысла нет нам заходить в столовую. Залил, пап? Дальнобойщиком не смог бы работать, да? Вася говорит, уже все, уже голова кружится. Осталось 100 с лишним километров. Ну, нормально. А где ваша сестра все бегает? Огурцы собрали? Да. Молодцы. Дарь, ты где все носишься? А? Это нам чипсы и тележки. Что вы свою сестру любимую не обнимаете, не целуете? Весь день ждали. Че плачешь, Дарь? Ну иди еще раз пообнимаемся. Иди, да не плачь ты так. Ну ты же дома, господи. Ну я же... Ну не плачь, моя девочка. Хорошо в санатории, но лучше дома, да? Все, не реви, разревелась совсем, кукла моя. Все, не плачь, раздевайся. Раздевайся. Пусть так одежда лежит, девчонки сейчас приберут. Руки помыли все? У нас помидоры это, зреют на...
Накормить? Да, Паша, Дима сегодня вам притащил. О, какие красивые. Ладно, доченьки, давайте все попрощаемся, то, что мы будем руки мыть и будем кушать. До свидания. Ну что заплакано? Ребенок домой приехал, конечно, она плачет. Я не снимала ее, она уже успокоилась. Настя, как всегда, готовит. Ужасно. Папину вкусняшку. За половину съела. Настя, как ляля-маля, детям привезла там по одной штучке. Ну что? Взяла и съела у них. Что ты там, Дарь, так интересно, девчонка? Дима, мне тоже йогурт привез, они его выпили, Томочке только там осталось. Я же не плачу. Что ты там, Дарь, там рассказывала? Про собаку? Ну ладно, не буду сегодня снимать, да? Ну все, не буду. Ладно, ладно, все. Что ревет-то? Ну по дому соскучилась, по родителям, по детям, да. Ну все, все, не буду сегодня снимать. Не буду. Здравствуйте всем. Сегодня мы с Дариночкой будем передавать приветы, наконец-то. Дарина соскучилась, да? Угу. Вот, ну ее, конечно, не было, когда мы Томочку крестили. И она не знает, что Аленин парень, Саша, служил в ЭДВ. Ты не видела Сашу? Нет. Он приезжал вчера, по-моему, ну где-то, не знаю, Дарина где-то ходила. И первым правильно ответила Наташа. У нее ник Влагпро. Настена Сластена, Динара Мушанова, Дарина Гивил, Наталья, Карина Мэй, Алена Лайф, Умелые ручки Саши, Таня Петрова, Хомячок Лимка, Надежда Чаланова, Динара Мушанова. Ой, Динару два раза написала. Динар, привет тебе два раза. Настя Новикова, Юлия Галкина, Каригин. Ну, по-моему, еще у нас была Галина Галкина или Юлия Галкина. В общем, Юленьке привет. Карисан, Анна Аф. Ой, и Ксюша 072С написала, Александра Ильясова и Костя Назаров. А также, с другой стороны, тоже есть. Ева Библикова, Мария Жданова, Свинка Пеппа, Светлана Сабанова, Вика Шарапа, Лолми, Роза Шаксыбаева, Махудов Фэмили. Это канал, у них 5 детишек. Алина Шифан, Алина Ривер, Авакин Лав Бухарик. Очень интересное название. Твое солнышко, Ульяна Гафирова, Мамкина страница, Софья Доценко и Таня Киселева. Вот столько сегодня наша Дарина передает приветов. Теперь всем пока-пока, до новых встреч. Молодец, до свидания.